вакцинироваться необходимо. Видите, у нас нет такого наплыва количества. Количество поступивших пациентов с новой коронавирусной инфекцией в госпиталя Камчатского края, которые расположены на территории города, значительно уменьшилось. Уменьшилось количество тяжелых форм заболеваний, что является абсолютным показанием. Мы все вакцинируемся. Я сейчас буду проходить ревакцинацию. То есть это обязательное условие, которое необходимо для всего населения, что улучшит благосостояние жизни.